Всем снова привет. Мы опять едем на просмотр квартир. Сейчас мы едем смотреть трехподрумные апартменты с красными стенами в нашем городе. Поехали. Юра, поехали. Да-да. Едем. Так, вот в такие апартменты мы приехали. Они такие желтенькие. Тут вот такая вот улица. Здесь вот центральная парковка. Ну, в смысле, паблик паркинг. Че, пойдем? Да, пойдем. Так, апартменты на втором этаже. Сейчас будем смотреть. Оу. Так, смотрите, какие стены. Они не красные, они такие розоватые, я бы сказала. Вот здесь вот Колтрейн. Вот это вот зал. Так, вот эта кухня, смотри. Вот здесь вот лондри, ну то есть сушка, стиралка. Вот это вот первый санузел. Здесь есть раковина. И унитаз, куча шкафчиков. Здесь нет ванны. Но это, наверное, потому что здесь 2,5 туалета, так скажем. И один из них без ванны. Нормальные выключатели, товарищи. Так, кухня. Смотрите, для бутылок. Огромный холодильник. Просто огромный. О, у него такой, знаете, классный. Классный холодильник. Отличный. Так, вот это вот, значит, посудомойка такая, конечно, старенькая. Шкафчики, раковина. Все есть, в общем говоря. Тут газ, похоже, да? Вот здесь вот окошко есть на кухне. Идем на второй этаж. Здесь новый ковер, похоже. Он такой невысокий. Так, вот. Одна ванна. Вот такая ванна. Здесь какие-то полочки. Смотрите, какая лампа тут внизу. Идем. Первая спальня. Как тут светло, хорошо прям. Типа лампа. Так, видите, здесь стоят светильники для того, чтобы можно было показывать в любое время. Так, это одна спальня. Это, походу, не мастер-бедрум, потому что здесь нет ванны. Вот такой вот вид из окна. Сам фонтанчик, смотрите. Так, идем дальше. Вторая спальня. Она такая, как кабинет, что ли. О, тут стол, смотрите, поднимающийся. Так, здесь тоже... Шкаф есть. Так. Идем дальше. Вот это мастер-бедрум, да? Скорее всего. Да, наверное. Вот здесь вот большая гардеробная. Ой, прям большая. Здесь какой-то еще сторож есть. Так, отлично. Здесь вот есть свет. Шторки уже висят, симпатичные. Здесь вот окна на Колтрейн. Здесь что? Не знаю, что-то закрытое. Что-то закрытое. Так, и здесь санузел. Санузел с душем. Ну, отлично. Унитаз, душ. Всем привет. Ну, ничего, вроде так. Вот здесь вот даже есть место, по-моему, для стола. Классно, да? Здесь можно стол поставить, кровать. Все помещается. Вот такая вот квартира. Стоит такая квартира 3400. Вот. Классно. Смотрите, какой здесь балкончик.
классный. Вообще. Отличный балкончик. Вообще, смотрите. Супер, супер. Смотрите, какая территория тут. Смотри, там фонтан. Да. Ну, конечно, жалко, что тут нету бассейна. Нету бассейна, да. Нету бассейна, но все остальное есть. Соседний парк, какой-то бассейн. Да, есть какой-то соседний парк, Игл парк, там есть бассейн. По-моему, паблик пул называется. Надо посмотреть. Да, ну там, по-моему, за деньги надо плавать. Наверное. И там именно плавать, а не баловаться. Болтаться в природе. Баловаться. Смотри, что здесь растет. Вот слышишь, это Колтрейн? Ага, так его слышно. Да, а это, смотри, березки какие-то... Плакучие березки. Красиво. Посмотри, какое небо красивое сегодня. О, пойдем послушаем. Вот, слушай Колтрейн. А, ну он здесь не гудит. Он здесь не гудит. Он гудит где-то... Не, ну, конечно, как, наверное. Да, надо было, да? Но мы не дождались. Да. Ну, как тебе в целом? Мне в целом понравилось. Блин, мне так понравились вот эти красные стены, потому что вот это вот все действительно, как Валя сказала, серое вот это вот везде все, это такое бежевое. Зеленая дверь. Да, кстати, вот смотрите, зеленая дверь. А еще на патио зеленая дверь. Зеленая дверь на красной стене там получается. Вообще, конечно. На патио белое. Вот смотрите, вот здесь вот ящики почтовые, сюда, видимо, посылки приносят. Да-да. А где вот трэш, я не поняла. А, вот там я видел... Гарбидж, да? Вот, смотри, давай пойдем посмотрим на паркинг. Да, паркинг, посмотрите. Машины все-таки ездят, но их не слышно. Они там. Они очень мало ездят, потому что это не проходная такая улочка. Это, знаешь, как вот у нас тоже там около Колтрейна улочка, по ней почти никто не ездит. Потому что она так никуда не ведет. Так. Вот, товарищи, это парковка. Да, здесь два парковочных. Два парковочных, да, место дается на семью, на апартмент. Ну, прикольно. Нормально. Хорошая пойдем парковка, да? Байк сторидж, да? Она сказала до конца и налево. Ага, наверное, на два места сразу, на роба его. Тут, наверное, на апартмент дается всем по два места. Возможно. Особенно на большие. Так, в общем, за эти апартменты надо платить 3400 плюс коммунальные, не включая вывоз мусора. Ну, то есть электричество, газ, воду, интернет, естественно. Интернет ты узнал, какой там у них? Оу. Нет? А можно обналичить. Ну да. Так, где байки хранят? Вот там? Я так понял, вон там, да. Тут прям, смотри, все закрыто, закрыто. А это вот ворота автоматические, наверное, для въезда как раз. Да, слушай, да, вот тут смотри, есть байки, куда ставить. О, тут дофига места. Отлично, слушай, да, тут все наши байки поместятся. Ага. Потому что тут, я так поняла, нету dedicated мест. Смотри, только один пристегнут, и то им не пользовались давно. Да. А да, тут многие. Пристегнуты, ну потому что здесь везде решетки, да, здесь, здесь вот только ключи, какой-то да. Кодовый замок, ключ. Да, да, да. Нормально. Ну, в общем, есть место хранить велосипеды. Так, ну тут не слишком дорогих великов, я, конечно, не вижу. Да. То есть тут такие дешевые. Надо поспрашивать, конечно. Ну, смотри, тут у людей даже коляска есть раздолбанная. Сломанная. Да, вот чтобы зайти в этот комплекс, надо вот здесь позвонить. И дверь вот здесь вот закрылась, да? Да. Закрывается. Там. Все, ты не зайдешь там, больше. Там специально, по-моему, стояло, чтобы не закрывалось. Все. Сейчас показываю. Ладно, ой, смотри, какое. Какое красивое дерево. Это дерево тут даже, да. Классно, классно. Мне это нравится. Да, все хорошо, кроме бассейна. Да. Ну, сейчас мы еще пойдем смотреть. Там есть бассейн. Угу. Поехали. Наверное, могу. Ну что? Как вам? А, Кастро перекрыто, квартира, поэтому, может, здесь сейчас тихо так. Апартменты. Это таунхаус, в общем говоря. Ну, не совсем таунхаус, но... Ну, да, похож это, на таунхаус, да. Это называется кондо. Кондо, да. Но со вторым этажом. Это отдельный владелец. Но очень классно, что есть туалет на первом этаже. То есть это очень удобно.
Вот. Из всех многоуровневых, что мы видели, да, вообще. Да, это самый хороший. Очень неплохой, да. И он, в принципе, этот вариант мне понравился примерно так же, как вот домик на прудах. Ну, не домик, квартира на прудах. Но тут школы получше, между прочим. Я бы сказала, даже очень хорошие. Вот. И стоит так же, как даже дешевле, чем на прудах, да? Да. И чуть-чуть дешевле. Получается. Да, да, да. Ну, короче, мне очень понравилось. Сейчас едем еще один смотреть вариант. Так, вот этот юнит. Вот так он выглядит снаружи. Да, смотрите, какой тут этот лимон. Ну вот. Так, вот это вот living room. Да, с fireplace. Вот это вот dining room. Смотри, тут лимоны прям валяются на патио. Да? Вот это патио. Такое, да, тут ни один приз не видит, потому что никто их не ест. Можно есть. Да. Так, вот это вот кухня. Конечно, здесь такое покрытие. Плитка. Так. Ну, раковина нормальная. Шкафчики так себе. Посудомойка есть. Холодильник. Тоже газ, похоже. Холодильник, конечно, такой старенький очень. Но работает. Микроволновка тоже есть. Так, здесь тоже есть туалет. Ванна. В смысле, ванна есть. Так, здесь что? Здесь некий клозет. Так. А вот это что здесь? Это, наверное, это... О, это гараж. Это гараж. На две машины, да, похоже? Смотри, здесь, типа, можно нам хранить инструменты. Да. Что-то делать, да? Здесь вот, вот здесь вот хранят, вот здесь же вот эта машинка стиральная с сушкой, да? Да. Да. Вот это классно. Сейчас, смотри, сюда можно велики поставить. Как сюда можно вообще всякую фигню машину поставить. Кроме машины сюда... И гараж вот так открывается, да, поднимается, да? Мотор. Да, точно. Так, ладно, да, пойдем мы дальше посмотрим. Класс. Кухня, конечно, старенькая все. Ну да. Очень. Да. Кухня ты уже смотрела? Да, я посмотрела. А холодильник? Холодильник, посмотри. Так, я иду наверх. Так, смотрим комнаты. Ну тут светло. Свет, потому что горит, наверное. Такие тут потолки. Так, ну начинаю. Вот первая комната. Это, наверное, просто комната. Смотрите, здесь даже есть типа кабинет, что ли. О, прикольно. Застекленная комната типа кабинета. Прикольно. И вот здесь вот вторая комната. Так. Вот эта комната, это мастер-бедрум, да, наверное, скорее всего. Я прошла через этот кабинетик. Так. О, вот здесь вот душ, туалет, раковина. Вот это, видимо... Шкаф огромный в туалете. Вот это тоже второй шкаф. Тоже большой. Такой прям большой-большой. Так, смотрим дальше. Так, тут еще один санузел. Вот такой, конечно, тут что-то не то с кафелем. Ванна. И еще одна комната. Тоже светлая. С выходом. Вид на бассейн. Ну, все комнаты светлые. Так. Ну, в общем, как-то так. Шифонеров-то, шифонеров. Да, да, да. Вот это, конечно, страшно.
Страшно. И вот здесь вот пол такой страшненький. Да, да. Не надел ничего. Нет. А что, бахилом давала надеть, да? Да. Блин. Ну это, тут не очень чисто, я бы сказала. Тут вообще нигде не убрано. Ты видел, да, там проход какой? Да. Прикольный. 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 Вот это кабинет. Это кабинет, это считай. Да. Да, вот это кабинет. С ковром тоже. Кстати. Да, потому что здесь он утепленный. Ну, в смысле, я так понимаю. Как он утепленный? Здесь просто флексиглас. Да? Одна. Что, думаешь, мерзнуть зимой? Здесь будет прохладно. Да. Наверное. Ну, в принципе, это не может для кабинета. Да, для кабинета, может, нормально. Ну, в общем. Да, розетка. Так, ладно. Так, это мастер, значит. Да, да, да. И вот еще одна бедрум, да. Да, есть свет. Свет есть. Так. Ну, места много. Блин, из-за школ здесь настолько дороже. Но выглядит хуже, да, чем в том? Да, значительно. Причем ванны какие-то очень страшные. Но, ну, куча, да, стороны, куча, конечно, шкафчиков. Конечно, с гаражом. Эта квартира стоит таунхаус 3700. Так, ой, здесь тоже страшно. Да, вот здесь вот смотри, вот этот вот пол такой. Страшно. Да. В общем, вот так вот. Конечно, ванны тут ужасные. Внизу вроде еще ничего. Ванны ужасные. Интересно. Не знаю. И эти тоже, смотри, вот тут шкафчики все тоже такие древние. Да. И вот это тоже все. Холодильник, посмотри, ты видел холодильник внутри? Да, я видел. Я открывал только правую часть. Я левую даже не могу открыть. А. А ну, кстати, ничего, вот слева. Слева лучше. Справа хуже, да? Он вообще не холодный справа, почему? Он, наверное, может, выключен. Да, он включен, наверное, на минималке. В общем, вот так вот. Плита электрическая. Ну вот, смотри, вот это новое. Электрическая, не газовая? Нет, электрическая. Да-да. Да, это новое. Все остальное нет. Все остальное нет. Нет, в принципе, наверное, вот это вот. Не-не-не, они разных фирм, видишь, даже. Да. Кран только новый вот. Видишь, вот смотри. Да, все старенькое такое уже. Да тут то вот, видишь, здесь ручки типа были или не были, непонятно. Шкафчик как на колесиках все-таки. Ну да. Чуть лучше, чем у нас, но Вот все такое какое-то грязное даже. Вот это кран нормальный. Да, это кран нормальный. Я думаю, с ними можно будет договориться, чтобы они поменяли посудомойку и холодильник, и плиту. Ну, не знаю. Вот. Не но знаю. Вот это вот они не будут менять. Да, это они не смогут это менять. Дороже. И, а это вот эти вот кафель на столе, это, конечно, не знаю. Вот это такой, видишь, смотри. Да, в таком состоянии. В таком. Ну, короче, не знаю. Конечно, территория тут красивая. Как нам пройти? Туда, может быть? Сюда или вот так. Красиво тут. Ручеёчек, да? Бассейн рядом. Очень близко. Друзья рядом. Очень близко. Да. Но сами апартменты, сам таунхаус, конечно, оставляют желать лучшего. Сейчас после нас там пришла семья тоже русскоязычная. Мне кажется, они тоже останутся под не очень хорошим впечатлением. На фотках выглядело. На фотках, лучше. Да, выглядело значительно лучше. А тут что-то грустно, печально. Самое классное, что есть, что в этом таунхаусе, это гараж. Гараж. Да. И школы тоже наши. Да, школа. Все остальное. Все остальное капец. Конечно. Даже бассейн не радует. После этого. После увиденного. Да. Ну, что скажете? Как вам третий вариант? Какой третий? Ну, третий. Мы же три квартиры показывали сегодня. Да, забыл. Короче, нам как-то не очень.
ну, мне лично, я не знаю. Напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете, по поводу всех этих трех вариантов. Ну, первый вариант, он такой, как бы, не настоящий, потому что мы в итоге трех что-то так и не посмотрели, трехкомнатную. Вот. А вот две последние можете откомментировать, так сказать. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока-пока.